Дорогие друзья, не проходите мимо. Перед вами такие замечательные картины. Покупайте скорее картины, пока я еще не совсем окоченел и задубел. Берите на выбор. Самые лучшие отдам вам. Вот именно вам, например. Или вам. Особо понравившимся мне людям я сделаю скидку. Небольшую. Вот, например, вам. А вам не надо. Не, а вы проходите. Теперь, так, а вон тот. Так, тоже ничего. Обратите внимание. Подходите. Вот тот в шляпе. Идите сюда. В валенках. Идите сюда. Я вам продам очень недорого. Видно, вы приехали издалека, наверное, от кого-нибудь из Сибири. Эти картинки будут для вас в самый раз. Дедуль, почем картину продаешь? Ну как, по 100 рублей отдам. По 100? Могу со скидкой даже уступить тебе чуть-чуть. Скидку сделаешь, да? Ну, чуть-чуть скину. Ну, давай за 50, ну, за полтинчик. Ну, ладно, давай, и с морозами. Забирай. Спасибо. Отлично. Это тебе память будет о Москве. Будешь в Москве, еще раз заходи. Может, что-нибудь найдем еще, получишь. Повеселее. Приезжай летом, я тебе продам еще что-нибудь получишь. Всего хорошего. Спасибо, был рад побеседовать. Обратите внимание, замечательные картины. Очень, кстати, зимой яркие вещи. Они украсят ваш быт, ваши кухни, ваши прихожие. Вот, и бабуля, иди сюда, бабуля. Вот, бабуль, ты мне нравишься. Ты ведь тоже задубела окончательно. Может, тебе что-нибудь интересное такое? Какие картины? Почем у вас картины? Ну, картины мои по 100 рублей. Хотя, можно, могу сделать тебе и скидку, если так дорого считаешь. В связи с морозами, там, в связи с эпидемией. Ладно. А цветы у вас есть? Ну, цветов у меня, правда, нет. У меня есть яблоки. Яблоки. Хочешь, я тебе яблоки дам? Да, яблочки я люблю. Ну, на, вот тебе яблоки. Вот. Ага. Ну, сейчас я домой за денежку скажу, подожди. Ладно, я ждать тебя не буду, бабуль. Давай, на, вот тебе яблоки. Потом принесешь. Потом. Я смотрю, ты вообще так тоже как-то неважно себя чувствуешь. Знаешь что? На тебе еще и гречку. Спасибо, милок. Гречку, ну и какие-нибудь макарошки там. Потом, когда меня увидишь, отдашь. Желаю тебе здоровья и поправься как следует. Попей чайку. Спасибо, милок, спасибо. И повесь мои картины в хорошее место. До свидания, бабуль, до свидания. Пока я еще не замерз и не задубел, подписывайтесь на наш канал. Пишите нам, пишите от души, пишите. Пишите и подписывайтесь, пишите. Пишите, подписывайтесь и пишите. Пишите и подписывайтесь. Пишите.